рада приветствовать вас на своем канале. И не зря я в руке держу соду. Сегодня я вам покажу очень интересный способ, как устранить запах пота и у мужчин, и у женщин при помощи обычной пищевой соды. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Скажу так, если даже в течение дня вы там выполняете тяжелую физическую работу, у вас пот течет ручьем, но запаха 100% гарантированно не будет. После мытья, принятия душа нужно вытереться и кончиком пальца макнуть питьевую соду и нанести подмышки, не втирая. Я не знаю более универсального и более дешевого средства для того, чтобы убрать запах пота. Скажите, что это неприятно, особенно в обществе, когда такое бывает. Вот при помощи соды вы на самом деле убираете. Конечно, может быть такое, что у вас там под мышками мокро, но это ни о чем не говорит. Запаха не будет. Рубашка, например, у вас высохла, и после того, как вы использовали соду, не останется ни пятен, ничего такого вот ненужного. Все, всем спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравился этот способ, вы будете его использовать. Не забывайте делиться с друзьями, им тоже должно пригодиться. Все, всем пока-пока.